Привет, мои дорогие рукодельники и рукодельницы! Вы на канале Рукоделие Наслаждение, и с вами Наташа Дуек. А сегодня в нашем уроке мы будем закрывать рукава, то есть верхнюю часть. И я хочу, одну часть я уже закрыла, и хочу вам немножко рассказать по рукаву, как я его вязала, как его делала. Смотрите, для начала набираем на спицы 37 петелечек, то есть это получается 35 петелечек для рукава, то есть кратное 5, чтобы узор хорошо получался, и плюс 2 петелечки кромочные. Так я набрала 37 петелечек на спицы. Потом я вязала резиночкой 1 на 1, и я, получается, сделала удлиненные манжеты, так как это для ребенка 3 лет, который очень быстро растет. И чтобы этот свитер можно было носить немножечко дольше, получается, рукавчики я сделала резиночку, которую можно завернуть вот так вот в начале, а потом, когда рука станет длиннее, то можно будет развернуть и еще продолжать носить этот кардиганчик. Вот, потому что, ну да, когда вяжешь, хочется, чтобы дольше носилось это все, правильно? А дальше я вывязывала основной рисунок, делая прибавление на рукавах с двух сторон. Примерно 2-3, через 2-3 сантиметрика, вот здесь, наверное, через 2 я делала прибавление. И получается, я начала с 37 петель. И здесь вот в самой широкой части у меня получилось, сейчас скажу вам, 53 петелечки. То есть я делала прибавление, пока не будет 53 петли вот здесь. После чего я уже делала убавление для, ну, вывязывала вот эту окружность рукава вверху. Вот так вот получилось. И именно сегодня мы с вами вместе, я сделала мастер-класс по тому, как закрыть рукав. Для тех, кому, кто уже более опытный вязальщик, вам не нужно смотреть как бы этот весь процесс, я вам просто скажу, как я закрывала. То есть я закрыла 2 петли, потом еще 2 петли, и потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петелечек я закрывала по одной петле, и в самом конце, получается, закрыла 5 петель, 5 и 5 с двух сторон, и последняя вот эта вот макушечка, вот эта вот здесь, была 4 петелечки. То есть вот они 5, 5 и 4. И оставила ниточку подлиннее для того, чтобы соединять детали. Вот такой план у нас работы на сегодня. Итак, вот мой второй рукав. То есть изнаночная часть и вот лицевая. Этот рукавчик не отпаренный еще. Такой более весь собранный вместе. Итак, я начала выполнять закрытие с изнаночной стороны, и по рисунку у меня, вот где я нахожусь, как раз раппорт новый начинается, и я провязала вот один ряд лицевыми, и сейчас я на изнаночной стороне, тут у меня маркер я повесила, чтобы знать, что именно с этой стороны нужно начинать закрытие для рукава. Кстати, розыгрыш таких маркеров у меня на канале идет. Вы можете посмотреть. Розыгрыш называется «Мелочь, а приятно». И он будет идти до 30 июля. Можно будет поучаствовать и выиграть такие маркеры. Итак, давайте сейчас начнем закрывать. Сначала мы закрываем 2 петелечки с этой стороны. Берем 2 петли вместе и провязываем. И еще 2 петелечки провязываем. Теперь дальше уже вяжем до конца ряда изнаночными петлями. Довязала до конца ряда, вот перевернула на лицевую сторону. Теперь со второй стороны нам также нужно будет убрать 2 петелечки. Для этого захватываем 2, провязываем лицевой в одну, снова 2 в одну, провязываем. И вяжем до конца ряда по рисунку. Сейчас у нас идет рисунок, это более полосочка такая из изнаночных. Поэтому вот одна лицевая, после этого
7 изнаночных, то опять 3 лицевые и 7 изнаночных. И так вяжем до конца ряда. Вот я довязала до конца ряда. Теперь мы переворачиваем работу на изнаночную сторону. И давайте посмотрим, что у нас дальше там идет. Сейчас мы, получается, 2 петелечки вот эти вот уже закрыли. Теперь у нас следующие 2 петелечки идут. Итак, мы снова со стороны, где маркер. И мы опять провязываем 2 петелечки в одну. И еще раз 2 петелечки в одну. Дальше продолжаем вязать по рисунку, так как в этом ряду рисунок у нас не меняется. Вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда. И теперь мы с другой стороны, где нет маркера, нам также нужно будет сделать 2 убавления. Провязываем 2 в одну. И снова 2 в одну. И этот ряд мы полностью вяжем лицевыми петелечками. Вяжем до конца. Вот довязали до конца ряда. И давайте посмотрим, что дальше. То есть вот мы еще 2 петелечки закрыли. Так что мы закрыли 2 и 2. После чего нам следует закрывать 13 петелечек по одной петле. То есть с этого момента у нас... Вот мы начинаем ряд, одну петелечку закрыли, провязали следующий ряд, одну. И вот чтобы с этой стороны мы 13 раз по одной закрыли. И с этой стороны, чтобы мы 13 раз по одной закрыли. То есть все вместе у нас получится 26 убавлений. Ну, если отдельно каждую сторону считать, но если просто вот одну стороночку, нам нужно 13 раз это сделать. Давайте я вам один раз покажу. И дальше мы уже можем делать это самостоятельно. Получается, смотрите, вот я захватила и 2 в одну провязала. Все. Это получается у нас убавление. И нам нужно с этой стороны 13 раз так сделать. И с другой стороны. То есть мы убавили. Сейчас провяжем до конца ряда. Так же самое в начале, когда будем начинать. Уберем одну. Провязали до конца, снова уберем одну. Вот. Так что 13 раз с каждой стороны. Все вместе 26 раз. И это будут вот эти вот все-все-все убавления. Давайте это будем делать самостоятельно. И дальше будем снова делать вместе. Вот я выполнила 13 сокращений. И как вам знать, если вы все сокращения сделали, у вас должно на спицах оказаться 24 петелечки. Вот наш маркер, то есть мы начинали убавление. Плюс, смотрите, можно еще обратить внимание на то, что на все убавления у нас ушло 2 раппорта узора. И сейчас начинается новый раппорт узора, но для немножечко для верха. Поэтому, смотрите, мы сейчас переворачиваем нашу работу, и нам нужно будет с этой стороны, где маркер, где мы начинали, нам нужно будет закрыть 5 петелечек. Поэтому для этого мы берем и провязываем вот 2 вместе 1, 2 вместе 2, 2 вместе 3, 2 вместе 4 и 2 вместе 5. До конца ряда вяжем по рисунку. Довязали, закрываем 5 петелечек. 1, 2, 3. Так, это было 2 у нас. 3, 4, 5. Все, до конца ряда вяжем по рисунку. Нет, не по рисунку, простите. Вяжем лицевыми петелечками, потому что мы начинаем новый раппорт рисуночка нашего. Получается, все лицевые петелечки. Сейчас я ниточку подтяну, она у меня застряет. Так, лицевыми довязываем. Теперь переворачиваем работу на изнаночную сторону. И тут у нас идут все изнаночные петли. И мы с этой стороны снова же закрываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5.
три, четыре, пять. Довязали, и теперь до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Довязали, переворачиваем работу на лицевую сторону. И также нам нужно будет сейчас закрыть 5 петель. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Все, довязываем просто дальше лицевыми петлями. Переворачиваем работу на изнаночную сторону. И сейчас за один раз мы, получается, закрываем эти 4 последние петелечки. Это будет как более центр, верх рукава у нас. Раз. Два. Три. Все. Наши последние 4 петли закрыты. И вот эта вот 4-я петля... Нам нужно сейчас оставить хвостик подлиннее немножко. Обрезаем ниточку. Я оставляю хвостик для того, чтобы зашивать рукав. Ну, в общем, либо можно для этого также взять просто отдельно нить. Вы смотрите, как вам более удобно, но может, как вы привыкли делать. И просто край, получается, протягиваем вот эту и затягиваем. Все, вот наш рукав, он закрыт, он готов. Для того... единственное, что я еще не сказала, сколько раппорта узорчика у меня идет до начала закрытия. То есть раз, два, три, четыре, пять. 5 раппортов узора я провязала до подмышки. И вот верхушечка наша получается 2 раппорта. В сантиметрах должно было быть у меня рукав 25 сантиметров, но так как я, видите, решила сделать заворот на манжетике, вот здесь, то у меня весь рукав идет 30 сантиметров. Это, ну, для тех, кто может, ну, вяжет, и у вас нет под рукой ребенка, на кого можно примерять, или вы не знаете, какого размера примерно дети 3 лет, то вот получается здесь 30 сантиметров рукав. 25 будет достаточно, плюс тут у меня заворотик такой. Но мой сын, для его возраста, он как среднего более размера. Он не мелкий, но как бы и не самый высокий. Ну, наверное, чуть-чуть выше среднего. Все. В следующем мастер-классе я вам покажу, как делать обработку паром этих деталей. Для тех, кому это интересно, или, может быть, вы не делали, или как на этом узоре лучше сделать эту влажно-тепловую обработку. И... Потом будем уже соединять и вывязывать горловину и планочку переднюю с пуговичками. Не пуговичками, а петелечками. Вот, пуговички пришьем. Ну вот, успехов. Надеюсь, что у вас очень классно тоже получится вывязывание свитера. И малыш будет счастлив, будет носить хорошо. Всем успехов. Пока.